Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Кто-нибудь видите? Кого-нибудь видите? Как говорится, суслик прячется где-то рядом. В 20 метров. И ничего не видим. Рекламный щит не даю. А что же за щитом? Вот что за щитом. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Старший лейтенант полиции Жежель Андрей Александрович. Жежель Андрей Александрович. Ага. А машину не видно вашу? Не понял. Мало освещенном месте и ее не видно. Вы за этим, за рекламным щитом спрятали машину. А мне стать посредственным проводным участником? А вот на той стороне может. А я здесь стою. Или мне стать на проезжую часть, чтобы меня видно было? А представьтесь, пожалуйста. Зачем? Ну, пожалуйста. Ничего. Ну, пожалуйста. До свидания. Ну, пожалуйста, а. Вы ну, представьте. Почему? Вы на машине? Я вас остановил. Нет. Ну, в чем дело? Ну, пожалуйста, а. Я вас остановил. Ну, представьте. Ну, по-братски, ну. Ну, пожалуйста, а. Ну, что, не мешайте работать. Давайте, представимся, я пойду. Мне только фамилию нужно и все, больше ничего не нужно. Просто скажите фамилию и все. Ну, полицейский, ну, пожалуйста, представь. Уважаемый. Уважаемый. Почему? Обращение примите о правонарушении? Что? Не остановился. Номер машины К0964, 23-й регион. Беседу продолжить не удалось, так как... А, вот он подъехал. А знаете, почему он не остановился? Потому что он не заметил эту машину. Знаете, почему он не остановился? Он вас не увидел. Потому что вы прячетесь. А... Хорошо, сейчас уберу. Вот вы не остановились, почему? Потому что вы их не увидели, правильно? Так, ну, в общем, наверное, не будем мы допытываться этого инспектора. Одного инспектора узнали, как его фамилия. Ну, не представился, но это его проблема. Ладно, всего доброго, всем пока.